Молдове стартовал чемпионат страны по автокроссу. Первый этап соревнований прошел в городе Чадырлунга. Спектр участников достаточно широкий. Спортсмены приехали из Камрата, Кишинева, Гладян, Приднестровья, Украины. В Чадырлунге действует клуб «Автокорида», который является организатором в данном случае сегодня первого этапа, но уже на протяжении последних 5 лет, если не ошибаюсь, 7 лет этот клуб участвует в организации этих ралли в городе Чадырлунга, честь им и хвала. Самый молодой участник у нас с Кишинева, ему 14 лет всего лишь, самому возрастному участнику 69 лет. Следующий год он будет праздновать юбилей, он участвует у нас в соревнованиях постоянно. Башкан Гагаузи Михаил Фармузал также опробовал гоночный автомобиль. Ему предоставили шлем и по всем правилам пристегнули специальными ремнями безопасности. Я первый раз сел в жизни за руль гоночного автомобиля. Водитель я со стажем, но те ощущения, которые испытываешь, когда садишься за руль гоночного автомобиля и проезжаешь по трассе, и появляется такое желание дать побольше газку, тем более знаешь, что надежно защищен, машина укреплена, и ощущения, конечно, очень такие приятные. Перед основными заездами спортсмены наматывают тренировочные круги и знакомятся с трассой. Зрители с утра пришли посмотреть на гоночное авто и подготовку команд к заездам. Я с 2005 года, как у нас эти соревнования проводятся, я всегда поддерживал, поддерживаю и буду поддерживать. Это все-таки делается и для спортсменов, и для людей. Праздник все-таки, пускай отдыхают. Я очень рад, что она проходит именно у нас. По итогам заезда первое место досталось команде «Автокорида» из Чадырлунги. Специально для этих соревнований был учрежден приз Башкана. Содействие в организации оказали «Форсаж-центр», местные региональные власти, которые предложили провести финальный этап чемпионата также в городе Чадырлунга.